Вітаю! В прямому ефірі телеканалу «Репортер студія» з вами Наталія Опара. Сьогодні ми підводимо підсумки року з почесним громадянином міста Одеси, заслуженим юристом України, президентом Національного університету «Одеська юридична академія» та Міжнародного гуманітарного університету Сергієм Ківаловим. Сергій Васильович, вітаю вас! Доброго дня! Сьогодні до нашої розмови будуть долучатися одесити. Номер телефону прямого ефіру 048 722 57 29. Тож розпочнемо. Сергію Васильовичу, на днях ви провели прийом громадян на базі юридичної клініки. З якими проблемами сьогодні звертаються одесити, що їх турбує? Я хочу подчеркнуть, что бесплатная юридическая клиника, которая создана уже 24 года назад, успешно работает по сегодняшний день. Я почему подчеркиваю, что 24 года назад, и она востребована, потому что юридическая консультация и юридическая помощь нужна всем гражданам. Кто-то может нанять адвоката, а кто-то должен полгода собирать денежные средства, не ходить в магазин, не покупать продукты, не платить коммуналку для того, чтобы пользоваться адвокатскими услугами. Вот с этой целью и была создана наша юридическая клиника. Я вспоминаю, вот у нас как только начинается избирательный процесс в городе, в стране, будь это местные выборы или выборы народные, депутаты, президенты, сразу появляются тысячи юридических разных консультаций, прием юристов. Закончились выборы, ушли в небытие все эти юридические фирмы, которые вроде бы якобы оказывали помощь жителям нашего города или нашей области. А мы работаем стабильно и стабильно принимаем. Это лучшее у нас подразделение Национального университета юридической академии, Международного гуманитарного университета, потому что преподаватели, адвокаты работают и оказывают бесплатную помощь юридическую всем, кто в ней нуждается. Конечно, пандемия внесла свою лепту, и если раньше в день мы принимали 30-40 человек офлайн, то сегодня мы перешли и значительно меньше, в основном через телефон. Но живое общение с гражданами, оно необходимо, и мы делаем все для того, чтобы можно было увидеть гражданина, пообщаться с ними. Вот я там пару дней назад был, сам осуществлял прием как адвокат, как юрист, оказываю помощь реальную нашим гражданам. Вы знаете, проблемы, какие были там 10 лет назад и 5 лет назад, такие они и сегодня. Это уплата коммунальных услуг, это работа ЖЭКов, это увольнение, незаконное увольнение с работы, ну и вот они и остаются. Ну вот, вы знаете, последнее время вот то, что мы сегодня видим, еще циничнее стали относиться к своим работникам, руководители там разных фирм. И вот последнее меня настолько возмутило. Приходит молодая женщина, она работала в частной клинике медицинской и оформила, отдала документы, написала заявление на оформление на работу. Как только проработала полгода, как только узнали, что она беременная, рассказали, нет, все, никаких мы не будем вам выплачивать, и просто отдали ей трудовую. Она взяла трудовую, а в трудовой нет записи. Она говорит, где мое заявление? Вы, говорит, не давали заявление. Но она полгода проработала. А я говорю, как же с вами рассчитывались? Наличкой, в конверте. Каждый день отработала или в течение недели рассчитывают, или в течение там двух дней, или одного. Ну, вообще, не оформляя человека, а она медик. Вот так даже поступает. Она написала заявление. Куда бы она ни обращалась, все говорят, ну, у тебя ж нет никакой информации. Вот мы посмотрели трудовую книжку, там нет записи. В общем, мы с ней составили жалобу, договорились, как. Я сам ее принимал. И для меня, знаете, очень такое было настроение. Думаю, ну как можно вообще относиться по-скотски, извините меня, к своим работникам? Ну ты создал рабочее место, ну ты оформил. Но я уже не говорю, что это чистый состав преступления, если он не оформляет и платит деньги в конверте. Это элементарно узнать.
Сегодня возбуждается дело, сразу, значит, приходит следователь, начинает спрашивать, опросил всех сотрудников, выясняется, чистый состав преступлений, пойдет этот руководитель медицинского учреждения и будет, ну, отвечать за то, что он сделал. Это не административная ответственность. Я специально затронул этот разговор, надеюсь, что нас услышит, может, он все-таки оформит эту женщину, которая к нам обращалась, и сделает все для того, чтобы выплатить ей те пособия, которые нужны. Но оно нельзя так относиться к людям. Или гражданин жалобу написал, оплатил вперед за электроэнергию. Интересно, конечно, он много лет назад. Видимо, или почувствовал, или у него просто деньги были. Он берет и оплачивает за электроэнергию. Ну, на несколько лет вперед. А там поменялся собственник. Сейчас ДТЭК, была другая фирма была, до этого еще государственная. Так это не важно. Он купил товар, и вы ему должны поставить. Вот они теперь обращаются в суд, суд принимает какие-то решения, и ходит, и он, и не может добиться. Я посмотрел чисто. Он купил электроэнергию, и вы ему обязаны ее поставить. Неважно, кто сегодня владеет облэнергом, или ДТЭК, или кто-то другой. Нельзя ущемлять гражданина в этом. Вроде бы истина, вроде бы понятно, но никто не хочет исполнять это. Понятно, что мы подготовили апелляционную жалобу бесплатно, дадим адвоката, и этот гражданин пойдет. Он говорит, у меня были деньги, а сегодня нет денег, а я заплатил за несколько лет вперед. Но это вот такие. Потом приходят с проблемой, связанной с там, не платят алименты. Женщина приходит и говорит, ну я не могу, он то платит месяц, то два не платит. У нас законодательством предусмотрено, его не выпускают за рубеж, если он не оплачивает алименты. Он приносит какие-то справки непонятно, что элементарно там какие-то копейки, на своих детей не хотят платить. Или наоборот, платит, а она говорит, мало. Он говорит, я плачу там 20 тысяч гривен на двоих детей в месяц, ну вот сколько могу. А она говорит, нет, давайте еще. Женщина приходит, говорит, надо, чтобы он мне еще оплачивал. Вот такие вопросы житейские, они есть сегодня, они и будут. Но в это нужно вникать. Я хочу сказать, что юридическая клиника у нас, ну, хорошо работает. Работает потому, что мы ей уделяем особое внимание. Для аспирантов и магистров это хорошо, потому что это практика. Где еще лучше ты будешь знать те проблемы, которые существуют в обществе. Но вот мы идем по такому пути и оказываем реальную помощь людям, которые обращаются. И это хорошая практика для наших студентов, для наших аспирантов, молодых преподавателей. У нас в Национальном университете юридическая академия почти 200 адвокатов. Ну, вот я говорю, давайте будем оказывать помощь, чтобы вы имели возможность пойти в суд, поддержать человека, который не имеет возможности оплатить за адвокатские услуги. И вы знаете, мы к этому очень хорошо относимся и с пониманием, и все работают бесплатно. Другое дело, мне говорят, что есть еще бесплатная помощь, это в системе Министерства юстиции. Они все равно выделяют деньги на эту бесплатную помощь. Мы же это добровольно, нам никто не платит, мы ни перед кем не отчитываемся. И самую лучшую квалифицированную помощь оказывают наши консультанты, наши адвокаты. Ведь узкопрофильная работа каждого юриста, она положительно сказывается на качестве. Если он специалист и на кафедре уголовного права, и читает лекции, проводит семинарские, практические занятия, так он блестящий адвокат, и он знает, что такое уголовное право, и знает, что такое уголовный процесс. Если он специалист в области там, хозяйственного права, а у нас такие кафедры, значит, он специалист очень хороший. Мы оказываем реальную помощь. К нам присоединились еще и исполнительная служба. Они бесплатно консультируют. К нам присоединились нотариусы, бесплатно консультируют. Мы их как? Мы их поощряем. Говорим слова благодарности, мы подводим итоги в конце года, даем им грамоты, знаки отличия за эту работу. И они довольны, и граждане получают эту помощь.
Сейчас мы более активизировали эту работу. У нас вроде бы сегодня в связи с пандемией мы принимаем только те, кто имеет сертификат. Это как-то еще, ну, наверное, сдерживает некоторых людей, но все равно каждый день записи, почти каждый день они приходят, у них возникают проблемы. Пандемия хоть и внесла свои корректировки, но еще больше появляется нові питання, нові проблеми. Поэтому все, что касается вот таких социальных проектов, они работают. Я принимал лично и показываю пример молодым нашим преподавателям, адвокатам молодым, что нужно не только зарабатывать деньги, как адвокаты, а нужно еще бесплатно оказывать помощь людям. Щодня приймати 30-40 чоловік протягом 24 років в юридичній клініці, то це можна собі лише уявити масштаб цього соціального проєкту. Юридична клініка – це лише один з великої кількості ваших соціальних проєктів. Є ще купа інших, які ви реалізовували і також не протягом 1-2 днів, і навіть років. Чи бачите ви їх подальшу перспективу? Був дуже гарний, цікавий проєкт, як комп'ютерні курси для людей похилого віку. Чи будуть нові набори? Ви знаєте, этот соціальний проект очень хорошо зашел к нам и на базі Міжнародного гуманітарного університету. Это не государственное высшее учебное заведение. Мы открыли факультет кибербезопасности и информационных технологий. И мы на протяжении 5 лет последних вот оказываем такую помощь. Она необходима. Она необходима людям пожилого возраста, да не только пожилого, если молодые люди еще могут где-то какие-то курсы где-то заплатить, они где-то учатся в высших учебных заведениях, там без компьютера все равно дают основы компьютеризации. А пожилым людям, которые отработали 40-50 лет на производстве, они потеряли свое здоровье, вышли на пенсию, из сил, энергии вложили столько и остались никому не нужны. А время придет, что нужно будет коммунальные услуги платить через компьютер. Они не знают это. Государство должно было обеспечить именно бесплатными компьютерными курсами. Но это даже смешно звучит. Никто никогда не будет обеспечивать им бесплатными услугами, о которых мы сегодня с вами говорим. Поэтому мы их продолжаем. Больше того, у нас появилось ще більше можливостей. Якщо... Сергій Васильович, давайте буквально хвилинку повернемося до цього питання. Є телефонний дзвіночок, пропоную його прийняти. Ну, пожалуйста. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от в такій ситуації, яку я оказалась, я являюсь собственником жилья, і кроме мене ще один собственник. Но ни разу вот за последние 7 лет с момента вступления в право собственности на это жилье он не проплатил ни копейки за коммунальные услуги. Ну, жилье, вы сами понимаете, надо вовремя проводить ремонтные работы. Тоже ни копейки не дал на эти ремонтные работы. И возможности продать это жилье без его участия у меня тоже нет. И сейчас более того, ЖЭК выставил мне судебное предупреждение о неуплате коммунальных платежей, потому что я оплачивала только свою часть, а у него, естественно, за эти годы накопилось больше 5,5 тысяч гривен за неуплату коммунальных услуг, коммунальных платежей. Угу. И поскольку я оформила эту собственность, лицевой счет выписали на меня, то и претензии, естественно, ЖЭК выставляет мне. И поскольку здесь это есть судебное предупреждение, то у меня замечательная перспектива, если не будет погашен этот долг. А насколько я знаю, вот этот второй собственник, он никогда в своей жизни свои долги не выплачивал, то я именно, на меня зарегистрирован лицевой счет на эту собственность, буду лишена там субсидий, целого ряда прав и так далее. Таким образом, я могу оформить его как недобросовестного собственника, чтобы лишить права собственности на это жилье. И тогда я смогу спокойно это жилье продать и дальше уже решать судьбу без него. Здесь нужно посмотреть все документы, которые у вас есть. Это все нужно разрешать через суд. Мы готовы вам помочь, вы можете хоть завтра как раз подойти на 5-ю Фонтана, в бесплатную юридическую клинику,
вас примут, мы все документы, которые у вас есть, мы посмотрим, на кого выписан лицевой счет, на тепло, там, на свет, и будем конкретно решать. Эти вопросы можно разрешить в судебном порядке, и я вижу, если он 7 лет не появлялся, если он не платил, то у вас есть судебная перспектива для того, чтобы, ну вот, повоздействовать на него и лишить его права, именно этого права. Но я подчеркиваю, это нужно смотреть конкретно документы, которые у вас. Я вас приглашаю вот в клинику, вы можете прийти в любое удобное для вас время, предварительно позвоните, возьмите сертификат о вакцинации, и ну, мы вам реально поможем. Большое спасибо за приглашение. Я обязательно им воспользуюсь. Это можно решить в телефонном режиме? Можно еще в телефонном. Телефон вам дадут здесь, в студии. Пожалуйста. Все, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Дякуємо за дзвінок. Сергій Васильович, резонансний такий соціальний проєкт, юридична клініка, знаходить відклик у серцях одеситів. Да, і повертаємось. Это, Наталя, це завжди було, воно востребовано і буде. Головне, щоб одесити знали, що вона працює, ця клініка. І в випадку екстреної такої допомоги завжди оказуємо таку услугу – безплатну юридичну допомогу. Ми з вами почали говорити о безплатних комп'ютерних курсах. Так от, у нас з'явилась еще возможность. Возможность связана с тем, что мы в Национальном университете юридической академии открыли тоже и колледж, и открыли факультет кибербезопасности и информационных технологий. Набрали студентов туда, и уже мы готовить будем и магистров. И очень важно, что вот молодые люди реально могут оказывать помощь. Ну, 2-3 часа использовать то, что мы сегодня имеем, а это компьютеры. Ведь для каждого студента нужно рабочее место. Вот у нас так получилось, что мы оборудовали полностью весь факультет компьютерами новыми, абсолютно нового поколения. Сегодня те, кто учится уже на третьем курсе, на четвертом уже обеспечена работа. Они уже идут на работу. Так для нас это важно, раз у нас есть такая специальность, так они реально должны оказывать помощь людям, которые нуждаются в этом. Но это не только для людей пожилого возраста. Это мы сегодня уже начали запись для детей. Дети, которые не имеют возможности, допустим, учиться на курсах, они очень дорогие. Дети с малообеспеченных семей, дети с многодетных семей, сироты, интернаты, где они учатся, детские дома. Мы пошли и идем именно по такому пути, потому что нужна такая категория люди пожилого возраста и дети. Вот им нужно в первую очередь помогать. Помогать нужно всем, но в первую очередь именно этой категории жителей нашего города. И мы будем все делать для того, чтобы реально каждый чувствовал эту помощь. Також до ваших соціальних проєктів долучалися медики Міжнародного гуманітарного університету. Ви були одним із перших, хто на базі університетської клініки створили центр по протидії коронавірусу. Чи звертаються за безоплатною медичною допомогою одесити сьогодні? Найбільше кількість сьогодні поступає до нас обращення – це на безплатну медичну допомогу. Я знову-таки говорю, от ми створили медичний інститут в составі Міжнародного гуманітарного університету. Создали три факультета. Это лечебный факультет, стоматологический факультет и фармацевтический факультет. И вот эти факультеты, они действуют. Особенно пользуются спросом, конечно, стоматология и лечебный факультет. Вот люди сегодня, ну те, кто заболел, понятно, что мы много сделали для жителей города. Закупили в начале, это 2 года назад, когда только начиналось, мы закупили на миллионы их закупили тестов. Тесты не за счет бюджета куплены, а за счет денег, которые заработал Международный университет, который не является государственным. Мы закупили и оборудовали палаты интенсивной терапии. И они сегодня пригодились, и они сегодня работают. Мы открыли университетскую клинику, где принимаем граждан, и они бесплатно у нас лечатся. Не все сегодня могут, ну, прийти и оплатить
за медицину. У нас же медицина сегодня, хоть и в Конституции записано, что бесплатная. Пойдите бесплатно попробуйте полечиться. Только университет может это сделать. Вот мы реально оказываем такую помощь. У нас даже программа была, и сегодня мы возобновляем ее, что стоматология. Сегодня есть большие проблемы у людей, которые не имеют возможности поставить протезы, у людей, которые не имеют возможности обследовать свои зубы, а зубы — это здоровье. И мы это понимаем, и две клиники у нас, две стоматологические клиники, которые были открыты, и сегодня они успешно работают. Они учат студентов, зарабатывают деньги и бесплатно, естественно, оказываем помощь. Мы записываем вот в клинике у себя тех людей, которые нуждаются. Всех не можем. Ну вот в первую очередь в Приморском районе, да не только в Приморском, но в первую очередь в Приморском районе, потому что здесь удобно, здесь эти клиники. Ну и делаем все для того, чтобы реально оказать помощь. Вот только я посмотрел статистику за прошлый год. Мы за прошлый год оказали помощь около 400 человек, которые обратились. Это очень важно, чтобы мы и студентов учили именно этому. Ну вот он магистр, он уже врач, он учится, он заканчивает. Стоит рядом его преподаватель, они вместе работают. Но для того, чтобы оказать эту помощь, мы, университет, закупает материалы. Как оказывается бесплатная помощь? Мы закупаем материалы, там пломбы, там все, что касается оборудования, мы покупаем и отдаем бесплатно этому врачу, потому что он не хочет со своего кармана брать денежные, закупать за свои деньги. Мы, университет, закупает. Тем самым мы показываем, что мы работаем, и это все идет через нашу стоматологическую клинику, это идет через университетскую клинику, ну и реально оказываем помощь. У нас нет тоже показателя, чтобы мы отчитывались. Вот мы столько человек пришли, они к нам обратились, и мы сделали, дайте нам за это деньги. Такого нет сегодня. Мы просто, это наша добрая воля всего коллектива Международного гуманитарного университета, а точнее медицинского института. И вы знаете, когда человек помогает, когда человек искренне это делает, и у него настроение поднимается. Я с многими преподавателями общаюсь и говорю, он говорит, да, я получаю удовлетворение от того, что оказал помощь человеку, который не в состоянии это сделать, и у меня работоспособность значительно выше. Но я вам хочу сказать, это реально. Ведь оказывать помощь, ты получаешь удовлетворение, потому что знаешь, что если ты не оказал бы, то никто другой сегодня это не сделал бы. Поэтому у нас вот такое направление, которое есть. И помощь связана с кардиологией, и помощь связана там с другими болезнями. Мы с коронавирусом, в связи с тем, что вот такое время наступило, люди болеют, они не могут лечиться. Все переведено в рельсы лечения от коронавируса. Но и другие болезни есть. Вот мы говорим о других болезнях. У нас открылись свои клиники медицинские, лечебные, и в железнодорожной больнице. В других больницах открыли свои кафедры. Одрекси – это лучшая клиника. Она, естественно, что для людей, которые очень обеспечены. Но у нас есть определенный процент, и мы можем бесплатно оказывать помощь жителям нашего города. Мы и будем это делать. Кто, если не мы? Сергей Васильевич, є новий дзвіночок. Приймаємо дзвінок. На многоэтажном доме установили антенну мобильной связи. По-моему, лайф. Вот. Куда бы мы ни обращались, узнать, насколько для нас это вредно, насколько там идет какое-то излучение. Мы знаем, что даже возле дома, если ставят, есть санитарная зона. Здесь же стоит прямо на парадной. И ну, никто. Я лично собрала со всего дома, все квартиры обошла, подписи, что мы против. И посылали письма, и ходили везде. Один наш участковый отреагировал. Ну, он тоже бессилен. Тоже куда бы он ни пошел, никто с ним не говорит. Ну, как-то же надо, если это безвредно, сделайте какие-то нам замеры. Успокойте людей, правильно? Вы знаете, что здесь нужно опять-таки посмотреть, какие есть документы. То есть основания установки. Кто разрешил установить в многоэтажном доме? Мы
эту антенну. У них, вам они не скажут. Вот мы давайте с вами сделаем так. Вы приходите, или вы, или кто-то с инициативной группы, приходите к нам в бесплатную юридическую клинику. Вы все, что знаете, какие документы есть, или просто устная информация, мы сделаем соответствующие запросы. Если мы делаем запросы, ну, наверное, чуть быстрее реагируют или реагируют сразу. У нас есть такая возможность оказать вам помощь. Надо посмотреть основания. Если есть основания, кто давал разрешение? Если это ЖЭК, то на каком основании давал? И дальше нужно посмотреть ее излучение. Нужно знать, что за устройство стоит. Вот у нас на Ришельевской, то же самое, где учебный корпус, установили антенну. Начали говорить, что вот смотрите, по-моему, сильное излучение идет. Мы начали проверять и посмотрели, что это действительно подтвердилось. Мы просто закрыли эту антенну. Они, правда, они говорят, что мы будем платить за эту антенну. Нам и не нужны и ни деньги, и ни, я не хочу, чтобы студенты, преподаватели, которые учатся на Ришельевской у нас, чтобы они облучались. Может быть, это такая же история, связана с вашим домом. Кто-то, как это происходило. Вы приходите, мы посмотрим. Нужно, во-первых, фамилии, во-первых, точный адрес. Я вас приглашаю. Если не получается прийти, ну, по телефону. Телефон вам в студии дадут. Дякуємо за ваш дзвіночок. Сергій Васильович, повертаємося до теми нашої розмови. Говорили про клініку Міжнародного гуманітарного університету і хочу зауважити той факт, що цього року взагалі історична подія, вперше приватний університет отримав державне замовлення, отримав бюджетні місця. Як так вийшло, як довго до цього вуз йшов, 19 років тому створили університет, ніколи в житті приватні, не державні виші держзамовлення не отримували, а МГУ в перший же рік і став рекордсменом, лідер серед набору студентів на бюджет, серед недержавних вишів. Я вам хочу сказати, що у нас в Конституції записано, що всі форми собственності равні. Поэтому или государственная собственность, или частная собственность, или коммунальная, они все равны. И мы участвовали вот в программе, которая распределяет бюджетные средства. У нас вузы государственные не имеют достаточное количество бюджетных мест. Мы, являясь лучшим высшим учебным заведением, не государственной формы собственности, мы не прибыльные учебное заведение, в уставе так и записано. И мы все, что зарабатывает университет, мы оплачиваем все то, что необходимо, заработная плата, преподавательная, а все, что остается на развитие материальной базы. Вот у нас появились и клиники, и одна, и вторая, и третья. Но так как мы участвуем в социальных проектах, так как мы сегодня готовим высококлассных специалистов и в области медицины, и компьютерных технологий, и международного права, и многих других сферах, мы как классический университет стали, международный гуманитарный университет. Все специальности есть, все факультеты есть. И подкрывали и гостинично-ресторанное дело, факультет целый у нас, и подготовка актеров. То есть классический университет. И мы участвовали и говорим, что к нам поступают дети. И посмотрели за последние 3 года, дети, которые идут к нам, они очень сильные, сдают хорошо ЗНО. И почему бы они не должны учиться бесплатно? Мы в этом году стали лучшими по всем показателям, а там целая сетка предусмотрена, и количество студентов, и успеваемость, и так далее, и оказались лучшими. И нам Министерство образования и науки на основании постановления правительства выделило нам, ну, более 100 бюджетных мест. Это рекорд. В некоторых вузах есть по 10, по 15 государственных вузов человек, студентов, которые учатся на бюджете. А у нас 104. Почему? Потому что те критерии, которые были выставлены, они сегодня показывают, что наши студенты очень сильные. И я очень рад, что такое именно в Одессе только мы имеем такие бюджетные места, и у нас очень сильные
профессорско-преподавательский состав. Мы же берем такие редкие специальности, которые не дают плюс. Вот у нас уже 4 года факультет искусства и дизайна. Факультет искусства готовит актеров для драматических театров. Никто не брался и не хочет до сих пор взяться. Это, если в отношении финансов, она дает, ну, ноль. Нет, она дает минус. Но за счет других специальностей, там, право, специальность международное право, компьютерные технологии, оно дает плюс. И мы с одного факультета эти денежные средства направляем в другой факультет и поддерживаем тем самым искусство. А кто будет актеров готовить? У нас на юге Украины никто не готовит. Только в Киеве мы знаем, как готовят. А у нас и Георгий Делиев, и многие-многие известные артисты Украины, заслуженные деятели науки и техники в этой сфере, они у нас являются преподавателями, и к этим преподавателям идут выпускники школ. Это очень важно, чтобы мы держали такой баланс, чтобы развивались не только прибыльные специальности, но и те специальности, которые дают ноль или даже минус. Но в целом, если по университету, конечно, мы имеем хорошую, неплохую заработную плату выплачиваем и сотрудниками, и преподавателями, и остается на поддержание вот таких сфер, о которых я вам сказал. Ще один амбітний ваш освітній проект – це Міжнародна академічна школа Одеси, яку ви відкрили 1.5 роки тому. Чи подобається вам, як сьогодні працює школа? І найголовніше питання – це унікальний проєкт неймовірних масштабів, 22 тисячі квадратних метрів складає площа взагалі школи. Стартував опалювальний сезон, як виживаєте в таких умовах складних? Наталія, знаєте, це дійсно амбітний проєкт. Це дійсно гордість наша. Ми предусмотрели все, что касается обучения и развития Международной академической школы. Улеглись страсти именно по нашей школе. Завистники есть, они вот пытались что-то такое, но сегодня встало все на свои места. Вы знаете, мы сделали хороший проект, и особенно мы предусматривали, что коммунальные услуги неподъемные. Вот не говоря уже, вот вы вспомнили Международный гуманитарный университет. Международный гуманитарный университет нам принесли платежки, как называют, сегодня 1,2 миллиона в месяц коммунальные услуги. Я не знаю, как предприятия будут выживать. Конечно, для нас это очень тяжело, но школа — это другое. Если бы я строил сегодня Международный гуманитарный университет, я бы по-другому, ну, расположил всю материальную базу. Вот школу мы с фундамента начали, и мы предусмотрели, что газ будет дорогой, освещение будет дорогое. И я вам хочу сказать, что мы еще не включали газовое отопление. Мы предусмотрели, что у нас зеленая электроэнергия, она связана с теплом, она связана с тем, что мы поставили 104 солнечных коллектора. И эти коллекторы сегодня дают тепло. Грех в Одессе не использовать те климатические условия, которые сегодня есть. И мы не включали еще газ. Мы купили газ, но мы апробировали. У нас есть котельная, но мы не включали. Но у нас затратная в области энергетики — это бассейн. У нас же два бассейна. Один бассейн на 6 дорожек. Это олимпийский, второй для детей. А там температура воды в бассейне в большом 29, а в малом 31. Вы можете представить, сколько нужно потратить энергии, чтобы постоянно подогревать эту воду. Я точно знаю, если бы мы не поставили бы солнечные коллектора, то мы бы сегодня закрыли бы спортивный комплекс, закрыли бы, наверное, школу, потому что невозможно отапливать. Сегодня этот проект, он блестящий. И я это чувствовал на протяжении многих лет. Это я пробировал даже со своей командой в общежитиях. Мы в апреле месяце выключают тепло, город, ну, по разным причинам. Мы поставили в каждом общежитии солнечные коллектора. Ну, там поставили мы где 12, где 14 коллекторов, чтобы подогревать летом воду.
Потому что студенты живут и в мае, и в июне, и в июле живут. Круглый год живут студенты. Один месяц мы закрываем для ремонта. А здесь 104 солнечных крыльев. И сегодня мы поставили тепловой насос, где, если солнца нет, чуть-чуть подогревается. Вся школа, вы назвали цифру 22 тысячи квадратных метров. Тепло. И самое главное, что и в кафе школьном, и самое важное, что бассейн сегодня действует, и сегодня теплая вода. Вот это мы предусмотрели. Ну, если о школе говорить, то это как самое последнее дитя мое. Я безумно рад, что у нас получилось это командой. И мы сделали это, и у нас образцовая она, школа будущего. Благословение получили нашего митрополита Одесского Измаильского Агафангела. Пусть он многие десятилетия будет еще вместе с нами. И митрополита Киевской всей Украины Ануфрия, который освящал нашу школу. Вы знаете, в этом отношении я счастлив, что получилось так, что у нас школа образцовая. Я не говорю уже, что и министр приезжал несколько раз. Все заместители министра приезжали и смотрели. И говорят, вот такие школы должны быть. И спортивный комплекс. Вот сегодня открыт с утра до вечера спортивный зал, крытый. У нас самый большой. Сегодня там занимаются и первенство города и по карате, и по боксу, и по волейболу, и все у нас проходит. Двери открыты, и мы сделали так, чтобы оно не пересекалось со школы. Этот спортивный комплекс используется по назначению, и я рад, что есть такое. Мы открыли вместе с губернатором нашей области Сергеем Гриневецким спортивный летний комплекс. Это две спортивные площадки. Одна спортивная площадка для детей маленьких первого класса и подготовительного отделения, вторая для взрослых, чтобы они на улице больше, чаще находились. Это очень важно в летний период. Весенний период, зимний период, очень хорошо. Там купол такой у нас накрытый в случае, если дождь, но он действует у нас 9 месяцев. Вот только открыли, запустили. Мы открыли лучший киноконцерт, холл, лучшая площадка. Такие сделали, акустика хорошая, свет красивый. Это лучший зал в нашем городе. Тоже будем использовать не только для школы, но и для всех мероприятий, которые будут проходить, знаковых мероприятий. Вот мы отмечали День Национального университета Одесской юридической академии. Мы в прошлом году не отмечали, известно по каким причинам, а в этом году решили вот отметить. Поздравили всех, кто сегодня работает в этих тяжелых условиях в Национальном университете юридической академии. Подвели конкурс «Мисс Академия», которые девочки, которые тренировались, которые ходили на тренировку. Я был с супругой, друзья, знакомые пришли, студенты, аспиранты, преподаватели наши. Знаете, настоящий праздник. Нужно устраивать себе праздники. Вот такие, которые люди живут в таком, ну вот... Знаете, пандемия, она на всех почти отразилась. Ну, хоть как-то показать, что есть. Открыли школьное кафе, мне говорят, столовая. Да не столовая у нас кафе. Лучшее питание для наших детей именно в нашей школе. И, знаете, очень важно, чтобы, если ребенок учится, чтобы родители были спокойны за своих детей. У нас такая система, если заходит школьник в школу, он проходит, у него карточка, он может через систему специальную зайти и родителям на телефон, что ребенок зашел в такое время. Ребенок выходит со школы, у него то же самое, у родителей знает на телефоне, что он вышел из школы. У нас по 12 часов ребенок может находиться в школе. Родители работают сегодня, заняты некоторые. Поэтому у нас и группа продленного дня, и кружки, они задействованы. Мы с города даже кто-то не учится, они приходят к нам даже на группу продленного дня. Кружки самые лучшие. Оказалось, что сегодня очень востребован бокс. Так у нас с первого класса дети ходят на бокс, чтобы вот показать себя. У нас кружки связаны с творчеством, кружки связаны с различными видами спорта. Все виды спорта есть. Вот открыли мы детский футбольный клуб, открыли Черноморца, и к нам приехали шахтеры и говорят, мы в вашей школе хотим тоже заниматься, у вас хорошие условия. Футбольная команда и Черноморца,
и, конечно, шахтеры. Ну, а почему нет? Они все в форме, они, значит, играют, они заняты. У нас художественная гимнастика, танцы, все есть. Вот сегодня практически завершилось. Одно осталось. У нас мы делаем музей еще, и храм должны достроить. Храм, если один нижний открыли мы, Ивана Богослова последний, мы его расписываем сейчас. А храмы не строят за один год, и роспись, но надеемся, через год мы его завершим, потому что больше половины уже вырисовывается. Очень красивый будет. И вы знаете, мы не навязываем никому из школьников, чтобы они обязательно ходили. Вот это пойдешь в храм, ты обязан. У нас учатся там и люди, которые других вероисповеданий. Стабильно. Нельзя навязывать ничего. Оно должно быть открыто. Если ребенок хочет, он заходит. Он даже своих родителей приводит. Идите к нам и посмотрите. Но то, что нам необходимо знать, начиная там с первого класса, чтобы дети знали, что такое этика, что такое религиозновство, мы им даем, мы им рассказываем. Если это православные, то они должны знать христианскую этику, как зайти в храм, как помолиться, какие традиции, какие праздники. С этого нужно начинать. Вот тогда это будет действительно достойный член нашего общества. Я горжусь, что вот мы смогли такой проект. Но что бы я один сделал, если бы не было помощи, если бы не было команды? Я вот всегда вспоминаю добрым словом, когда только мы начали этот проект, я думаю, ну что, пойду к специалистам. Пошел в строительную, нашу Одесскую строительную академию и говорю, вот как вы видите будущее школы? Вы знаете, вот объявили конкурс на лучшую визуализацию, на лучший проект. И выиграл один из аспирантов строительной академии. Конечно, мы изменили, но сама идея храм, от храма как крылья классы, и оно так и получилось. Самое важное, что мы смогли реализовать. И материалы специальные. Мы здесь, если хочешь сделать, сделай самое лучшее. Вот мы самое лучшее и сделали. Киноконцертный зал, который мы открыли, лучшего в городе нет. Я без преувеличения. Но это для кого мы сделали? Это же останется здесь. На века останется и школа, и спортивный зал, этот киноконцертный зал. Все останется здесь для одесситов. Ну, если бы была возможность, я вообще всех хочу, чтобы бесплатно учились. А как содержать саму школу? Мне иногда говорят, у нас цена за обучение, у меня иногда спрашивают, мы на пятом месте. Сверху идет, есть школы, которые дороже. На этом нельзя зарабатывать. Школа в лучшем случае через 20 лет может окупиться. В лучшем случае, я подчеркиваю. Потому что мы же не загоняем в каждый класс там 40-50 человек, как в государственных школах. У нас больше, чем 15 человек нет. 12, 13, 14. А группы какие, иностранные языки, мы с первого класса готовим их. И языки у них, помимо традиционных английского, немецкого, французского, есть еще и арабский язык, и китайский язык, и японский, и носители языков. Вот я недавно встречался с китайским консульством в городе Одессе, и в Киеве. И они говорят, какую помощь? Я говорю, вот смотрите, можете вы носители нам направить? Вот преподаватель мне нужен тот, который, не знает украинского и русского никакого, кроме китайского. И это работает идеально. Вот у нас в университете, на факультете лингвистики и перевода, мы изучаем там китайский язык. Есть те, кто не знает вообще, кроме китайского, никакого языка. Это для нас идеальный вариант. И тогда дети начинают. Мы год отучили первый класс китайский язык, они выходят, песни поют. И стихи рассказывают на китайском, а с уст звучит от ребенка китайская литература, которую они изучают, и слова эти. Но я горжусь вот этим проектом. Это очень важно, чтобы мы разбили на 4 этапа, чтобы они выбирали направление. Вот они идут, как у нас построена система, они изучают какие предметы. Вот степ образования у нас есть. Это система, которая смешанная. Какие дисциплины углубленные должны быть. Вот мы первое химическое направление. Со средней школы, то есть с 5 класса, они выбирают. И вот эти дисциплины, они больше учат, часов мы больше даем. Второе — это экономика математическая. И само название явствует, что это будущие математики. Мы не можем всех, допустим, сделать математики. Разные дети есть. Третье, естественно, что у нас в Одессе
школа юридическая очень сильная. Мы сделали специально направление юридическое. Четвертое — это с углубленным изучением иностранных языков. У нас 9 языков сегодня учат и осваивают. Осваивают наши дети. Поэтому вот это само содержание. Работаем над содержанием. У нас молодые преподаватели, которые хорошо знают и один язык, и второй, и методику знают, и все. Особенно ценны нам, и мы берем, потому что в этом году 5 классов первых мы открыли. По старшие классы я не стал специально, там, 9, 10, 11, мы дойдем сами. Они просятся, но мы хотим, чтобы постепенно... Выховывать свое поколение. Да. Я ще можу часами розказувати. Ви так захопливо про це розповідаєте. Дійсно, проєкт надзвичайно грандіозний. Сергій Васильович, хотілося б перейти до іншої, але не менш приємної теми. Поговоримо про Національний університет, Одеська юридична академія. До складу університету входять структурні підрозділи. Так. Це заклади, професійно-технічні училища, які готують робочі спеціальності, що сьогодні дуже великий дефіцит в Україні. І нещодавно курсанти морського училища номер 3 відправилися на роботу до держпідприємства «Антонов» будувати літаки. Як вдалося налагодити таке серйозне партнерство? Я вам хочу сказати, все від Бога. Я не думав, що у нас от такий проєкт буде працювати. Ми просто як соціальний проєкт, я вже кілька разів розказував, у нас є юридична академія, сильне вище учебне заведення, яке ми створили його з нуля. Сьогодні он самый крупный вуз на юге Украины. Ну, крупнее нет. Мы в этом году набрали больше 4000 выпускников школ. Вот они пришли к нам. На втором месте, самый лучший, не хочу называть кто, 1000 человек. То есть 4 раза больше мы набрали, чем любой другой вуз. А некоторые еще меньше набирают, там и по 50 человек есть, которые набирают высшие учебные заведения. Мы говорим, что мы сильное высшее учебное заведение. Социальные проекты, мы зарплата и бюджетная, и те деньги, которые мы зарабатываем. Мы создали этот вуз своими руками. Я благодарен всем одесситам, которые поддержали. Но так случилось, что закрывали профессионально-технические училища. И мне говорят, хотите, пожалуйста. И я говорю, как социальный проект мы возьмем. И взяли одно профессионально-техническое училище, которое готовит токарей, готовит сварщиков. Взяли второе училище, ПТУ, которое готовят там швей, закройщиков и так далее. То, что в Одессе востребовано. И мы их оставили как социальный проект. И мне иногда там говорят, ну, юридическая академия, и печать там в дипломе ставим. ПТУ токарь, ПТУ там сварщик. Как вы? Я говорю, вы знаете, это социальный проект. Я уже 10-й раз говорю. Он не дает нам плюс. Мы помогаем, делаем все для того, чтобы они тоже получали, ну, неплохие денежные средства. Я перепрошую, є телефонний дзвіночок, не хотілося б тратити. Давайте приймемо і продовжимо нашу розмову. Будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, говоріть. Ми вас слухаємо. Я хочу Сергій Васильович спросити. Моя сім'я, племянниця, вона у мене була дівчинка, сталося у трьох років полусиротою. Папа це саме воспитувати її. Вона зараз ходить в школу для слабозрачих. У неї один глаз, там інвалідність скаже. Ну, які є льготи, тому що у них є класове обучення, які льготи для неї, що вона могла обратиться, поступити в школу, задати продвигати знання в академії юридичної. Я готов ее выслушать, готов с ней встретиться, что необходимо помочь, если она на обеспечении у вас. Мы давайте, вы возьмите телефон и можем с ней поговорить и узнать, что она хочет. Конечно, мы будем помогать. Так, дякуємо, дякуємо. Записали, що вони нам повідомили, да, записали отлично. На телефону. Сергій Васильович, продовжуємо. Так от, посмотрите, вот этот социальный проект. Когда ПТУ, и вдруг мне говорят, ну вот вы готовите токарей, ну зачем вам токарь? Я говорю, это тоже социальный проект. В ПТУ матрос-токарь поступает, ну, наверное, ну не каждый идет. Это нужно любить, видимо, эту специальность. Но у нас стала структура, я поменял руководство. Сегодня замдекана один и второй возглавляет это ПТУ. Они вникли, занимаются спортом. Хорошая подготовка.
И токаря мне пытались закрыть несколько раз ПТУ. Надо отдать должное, что город и лично Труханов, и начальник управления образования, когда был в городе ПТУ, мы не знали проблем. Но в область поступила, передали эксперимент. У нас как эксперимент обязательно что-то нагадит. И чуть не закрыли. Мы профинансировали токарей в этом году своими денежными средствами, потому что они были, находились в подчинении управления образования областью. И просто не дали государственный заказ. Не дают государственный заказ, нет финансирования. Естественно, что мы не можем этому училищу, о котором мы с вами говорим где-то, 75 лет вот исполнилось. И мы, это целое поколение людей, рабочие специальности. А для меня одинаково, что курсант ПТУ, что студент юридической академии. И то структурное подразделение, я имею в виду факультеты. И мы, вот меня министр пригласил в Киев и говорит, что вот нужно помочь государственному предприятию «Антонов». Это флагман, гордость нашей вообще промышленности, всегда было и на сегодняшний день. Наша страна выпускает самолеты не в таком количестве, как хотелось бы, и утрачено некоторое производство, но все равно он на плаву держится. Это предприятие 10 тысяч человек. Директор Бычков, Сергей Бычков, это уникальный человек. Он всю свою жизнь отдал именно этому предприятию. И конструктор, и главный инженер был, и сегодня возглавляет это государственное предприятие. И программа президентская связана с тем, чтобы мы все-таки приступили и продолжали выпускать самолеты. И государственный заказ уже есть, как потом мы выяснили. Меня министр пригласил на это предприятие. Министр образования и науки Сергей Николаевич Шкарлет говорит: я вас прошу, давайте подъедем, нужна юридическая помощь заводу «Антона». Естественно, что я приехал, для меня это тоже было интересно. Я весь завод обошел и посмотрел. Для меня это было очень важно, что еще есть. И стоят эти гиганты, и «Руслан», и «Мрия», это самолеты, это гордость наша. И директор такой, главный инженер, и заместители. И мы разговорились, и им нужны юристы. Несколько человек в департамент юридический мы, конечно, уже распределим, и они уже и практику будут проходить там, это специфика работы. И мы разговорились с министром ПТУ, ПТУ. Он говорит, директор, не знаю, где найти токарей, не знаю, мы в Киеве никто не готовит токарей, в Киевской области никто, в Житомире нигде, и все, нигде нет токарей. А я говорю, а мы готовим. Но Бычков, он такой активный, такой приятный человек в общениях, он мудрый. Говорит, как? Ну, министр говорит, да, мы готовим, вот там в Одессе готовят матрос-токарь. А он говорит, а вы можете нам дать токарей? Мы не можем, у нас токарю, самому молодому, 65 лет. Я говорю, ну, конечно, какие станки? Ну, в общем, разговорились, не хочу утомлять. Мы, оказалось, те станки, на которых сегодня учатся наши будущие токари, они такие же, ну, только более модель, первая еще модель. Мы там усовершенствовали их немножко, но подходят, подходят. И говорят, а можете дать? Я говорю, конечно. И мы приехали, сделали конкурс. Лучших отобрали. Ну, в Киев едут, на завод «Антонов». Это же флагман. Будуватели такие. Да, и каждый внесет свою лепту. Но мы отправили автобус, отправили их туда. Они встретили их там. Я вам хочу сказать, 10 человек. Встретили, поселили у себя в общежитии бесплатно. Кормят их бесплатно. Они вышли на работу, они не нарадуются. Министр говорит, давайте еще. Сергей Бычков говорит, еще необходимо, дайте после Нового года хотя бы еще человек 15. Я говорю, ну 15 нет, а вот 10 мы можем вам дать для того, чтобы они там работали. Мы договорились, еще заказ будет, дай бог, что получилось, и человек 30 нам нужно поставить туда токарей. Там зашел цеха такие, ну несколько километров, и стоят токарные станки, фрезеровщики, они вытачивают. Наши поехали туда, и сегодня они гордятся, звонят своим родителям, что они работают на этом известном всему миру предприятии, что они вытачивают там болты и гайки. Я настолько рад, что мы, Одесса, помогает непосредственно заводу «Антонов»,
Ну, вы знаете, это гордость, потому что все руководство завода встречает одесситов как спаситель. Хотели юристов, отдали токарей. Вот что значит стечение обстоятельств. Все от Бога, я говорю. Вот был случайно, хотели оказать помощь и сегодня. И я еще раз убедился, что мы все-таки правильно сделали, что не закрыли ПТУ, что юридическая академия готовит уже 17 лет токарей. И они нам не в тягость, я вам хочу сказать. У меня, знаете, я вот несколько раз разговаривал с руководством завода и с министром, они все в восторге от одесситов, от тех, кто приехал оказывать реальную помощь. Вот то, что мы в самое тяжелое время оказываем. Еще раз убедился, рабочие специальности нужно развивать. Какая разница, какой ребенок, какую специальность? Надо создавать, пропагандировать и рассказывать, что токарь — это звучит гордо. Надо говорить, что токарь — это спаситель всей авиационной промышленности, и мы их благодарим, и у них хорошее настроение. И все. Я сам ходил и отбирал, я сам с ними общался, и я ходил, что это реальная помощь. Ну, немного, казалось бы, для этого завода там нужно тысячи токарей. Ну, с малого, они не могут найти. Киев обратился в Одессу, Одесса спасает всю промышленность, оказалось, токаря это у нас. Так главное, те токаря, которые там еще работают, они с удовольствием берут их, как своих детей, и указывают. Они видят, что они хотят быть настоящими токарями. Мы выпускаем токарей третьего разряда, а они получат со временем шестой разряд, это как мастер. Мы привыкли, ну вот давайте готовить экономистов, юристов. Ну а рабочие специальности кто будет готовить? Вот социальный проект, который сработал и будет работать. И сейчас я убедился, что все рабочие специальности, которые у нас есть, они востребованы. Сергій Васильович, так багато тем у нас попереду, але ми не востаннє зустрічаємося в студії телеканалу «Репортер». І на цій надзвичайно позитивній ноті я пропоную завершувати наш ефір. Сергій Васильович, дякую, що знайшли час сьогодні завітати. Нагадаю, що сьогодні з нами був почесний громадянин міста Одеси, заслужений юрист України, президент Національного університету «Одеська юридична академія» та Міжнародного гуманітарного університету Сергій Васильович Ківалов. Дякуємо вам. Спасибо. Залишайтеся з репортером.